Там была высокая точность, а тут... Да, то есть у нас открытый данный. Можно демо показать с телефоном, но оно... Но оно не работает. У вас был сигнал, но с этим у вас выдержан и приятный включенный фичи, как бы. Это было моторный студент. Смотрите, если вы предопромотный так, то с этим можно построить какую-то модель. ЭКГ дают сигнал на себе девайс, всякое такое, но сами фичи вы воспроизвели. Ну, либо что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Мы пытались экстрактить фичи, но да, пока точно не слышали. Мы рассчитывали, там, мы рассчитывали, там, мы делали математику в окне, это фичи. Что использовали? У нас две модели, одна это... Ну, одна модель это рекуррентная сеть, вторая это фитфор. Да, но там одна вообще без рекуррентов, просто разбивалась по окнам. И я не знаю, ты включил презентацию там, где... Просто я понял, что надо как потом писать публично. Мы должны были как бы там просто какой-то сливу запустить или еще что-то, но он будет это сюда, чтобы... Нет, ну на публичном там все работает, но на публичном там не сложно. Проблема состояла в том, что когда ты со своего телефона собирал данные, оно в итоге, короче, не работает. Да. Да. Преамбула в том, что у вас была одна визуализация данных, именно про это во втором вашем она была другая. Сам сталкивался с этой проблемой. Ну, мы в итоге пошли по пути, как бы попытались собрать свой датасет, натренировать на своем, и, скорее всего, либо зауверфитились, либо недостаточно данных, в общем, как-то так. Чтобы недостаточно внимания уделили анализу своих данных и какой-то их предобработки, хотя бы первичной, перед запуском. То есть, грубо говоря, мы взяли данные и тупо зафитили в серию, короче, и все. То есть, я думаю, что ну, нам нужно было больше времени потратить на анализ этих своих данных, немножко чуть-чуть какую-то магию сделать. 30. Ну не совсем, это как бы в одном варианте. Во втором варианте мы использовали обработку, то есть разбили по окнам, там посчитали с помощью всяких стат-моделей там, статические всякие штуки, там в итоге там, из 12 фич у нас вышло там около 200, но опять-таки на тех данных, что заново собирались, оно не предиктило то, что... Ну в общем, может еще что-то сами потом сделаем, да, потому что тема интересная оказалась. Спасибо. Время хорошее.